Ну что, это мой прощальный заказ из Икеи. Сегодня его привезли. Слушайте, долго везли, заказала я с учетом, что в начале, по-моему, августа. Короче, недели две или три мне везли. Отстояла я в очереди в интернете, все как положено. Я уже забыла, что в этом заказе. Я до сейчас до сих пор не знаю, что в этом пакете. С вами буду смотреть. Вот. Что-то мне вчера пришла какая-то смс-ка, что трех позиций на 117 рублей. Но это либо салфетки, либо доски, по-моему, были. Не было, мне их должны вернуть. Не помню. Вот, заказать я хотела больше изначально, но очень многое. Мне нужна была мелочевка. Очень многое надо было самовывозом ехать забирать, куда-то, черти куда. В общем, я решила, что можно вот заказать, чтобы привезли, то и заказала. По большому счету, мне нужно было кресло. Но. Ну, давайте по порядку. Это я заказала коробки, вещь хорошая. Я заказала вот такой расцветки. У нас надолго их хватает обычно этих коробок. И сейчас еще расцветки котиков. Я думаю, котики пойдут клики в гардероб. Вот. А те, наверное, пойдут в прихожую. Такие коробки удобно, мы в них много чего храним. Но что-то я смотрю, по-моему, они какие-то маленькие совсем. Или это, или это крышка. Ну, в общем, не суть. Мы такими коробками пользуемся, их хватает. Мы, знаете, что там при шапке, перчатки в прихожей нам надо сложить на зиму, убираем. Ну, какие-то такие вещи. Вот, дальше. Вот такой стол заказали. Мы изначально хотели другой. Лика хотела стул, вот такой, как это называется, кокон, что ли он. Они были по 8 тысяч. Ну, пока я заказывала, их уже не осталось в наличии. Я без ее ведома заказала, этот стол стоил там 3,5. Думаю, ну сейчас нормально. Сюда прикольно положить какую-то мягкую подушку, к ней в комнату. Она хотела темный. Конечно, то, что сейчас у нее стоит стул, я считаю, это не сравнится с этим. Но она хотела что-то поменьше еще. Сейчас она увидела, говорит, что пластиковый стул мне заказала. В общем, не знаю. Если что, я оставлю себе его. В принципе, нормальный стул, подушечку кладешь. Это она много проводит времени за этим стулом. Я как бы не очень много, поэтому мне может быть нормально. И вот такой стул в сборе. Слушайте, это я сейчас вам просто показываю. В сборе увидите во влоге, как это выглядит. Муж придет вечером, будет собирать. И вот такой стул, но это нужен Денису. Это не домой. Он такой легкий, облегченный стул на колесиках. Там для каких-то его дел нужно. Вот, дальше. Ну, пошли смотреть, что здесь. Что это? Это я заказала гибкие доски. Да. Единственное, в них минус в этих досках. Вот все-таки здесь две доски, цвета такие классные, серые вот такой. Единственное, что плохо в этих досках, вот в фикс-прайсе они с такими ушками, их можно вешать, эти только ставить. Но нам доски надо было поменять. Они какие-то стоили, там были какие-то цены такие смешные, поэтому я, наверное, это заказывала. Это я заказала прищепки на пакеты. У нас есть. Эти мне нравятся, что в коробочке какой-то тут. Вот, их много. Тоже стоили как-то вообще очень недорого. И они, знаете, теряются. Вот есть побольше прищепки, поменьше. Мама мне очень любит им пользоваться, я все время про них забываю. Поэтому я взяла тоже. Ну, надолго хватит, как бы попрощаться с Икеей, так попрощаться. Но это классика. Я не стала заказывать квадратный, я заказала круглый контейнер. Квадратный у меня еще, по-моему, есть новая упаковка. Здесь сколько? 5 штук. Вот. Блин, они мне всегда нравились, они как бы всегда в пользе, но знаете, да, эти плошки и куда-то теряются, у вас, я не знаю, такая же проблема, у меня постоянно теряются крышки, у меня сейчас там куча плошек, но все без крышек, я не знаю, куда эти крышки теряются. Дальше, о, это вот такая свечка милая, симпатичная, ой, какой аромат, такой вкусный вообще, смотрите, какая, в стекле, класс. Вот это я не знаю, что я заказала так мало. Это полотенца. Причем они, я думаю, они меньше будут размера. Не знаю, что я мало взяла одно, короче. Я не знаю, почему я взяла одно. Надо было штук 5, может быть, взять. Вот этими полотенцами я очень люблю вытирать голову. Они очень хорошо впитывают, они легкие. И вот так вот быстренько раз простернул, быстро сохнут. Короче, они с собой куда-то брать, они легкие. Не знаю, заказала одно. Дальше. Это вешалка для шарфов, для там, я, может быть, буду использовать для очков, там, для ремней, в общем, много для чего. Ее можно, она такая универсальная. Что написано? Вешалка с прищепками. Ну, короче, она можно что-то повесить. Полезная штука, она была со скидкой. Почему я взяла 5 одну? Я не знаю. Может, я не знаю. Может быть, я больше брала и просто это отменили. Валики взяла. Валики в Икее всегда были хорошие, но значит, сами валики они могли доставить, а сменные наборы нет.
поэтому мне пришли только два валика. Они просто, почему мне нравятся там по цене. Да, в магазинах продаются, в принципе, такие же валики, ну, ничего такого нету, но там цена дешевле, чем в обычном магазине. И вот, что я еще взяла. Вот это я прям рада. Я взяла 4 доски. Они по 29 рублей были. Классные доски. Вот я сейчас пойду одну как раз сразу поменяю. Это я, как можно сказать, про запасы. На дачу мне нужно уже новую. В общем, вот так. И все. Я как-то слабенько, да? Я знаю, там Катюха у нас с Икеей попрощалась, так и прощалась. А я, конечно, слабовато. Почему я одну свечку заказала? Короче, мне кажется, что что-то меня надурили. Ну, видимо, то, что... Я помню, что вот этот заказ на 8 тысяч рублей, по-моему, а изначально там 1015 был, и мне, по-моему, все отбросили. Что-то уже не было в наличии, что-то не привозят. А ковыряться, сидеть, я очень боялась, что меня все-таки выкинут опять из сайта. Я поэтому быстрее-быстрее, в общем, в попыхах вот что набрала. Но все равно, знаете, так приятно. Приятно, попрощалась с Икеей. В общем, сейчас уже сайт закрыт, заказы делать нельзя. Знаю, что в Авито распродают и просто на резинке дороже, и все. В общем, сейчас это все будет появляться потихоньку в Авито, только в 2-3 раза дороже, я думаю. Икея, я буду по тебе, конечно, скучать. Конечно, мы жизнь наша не рухнет из-за этого, но скучать будем. И надеюсь, что когда-нибудь ты к нам опять вернешься. Вот так. Все, пока-пока.